6 ноября в военном комиссариате Каспийска состоялась отправка новобранцев осеннего призыва 2024. Торжественное мероприятие собрало почетных гостей, среди которых военный комиссар города Марат Пашаев, заместитель председателя городского собрания депутатов Аза Алиева, председатель совета старейшин Ганифат Джабраилов и руководитель местного отделения организации «Боевое братство» Магомедариб Якубов. Дорогие ребята, сегодня волнительный день для вас и для ваших родителей. Тревожно перед неизвестностью, куда вы направляетесь. Но это обязанность каждого мужчины — защищать свою родину при необходимости. Не дай Бог жизни, придется с оружием в руках защищать нашу родину. Чтобы этого мы не видели никогда. Ни наши дети, ни наши внуки, ни мы, ни вы. Но в случае необходимости каждый из вас, молодой мужчина, должен уметь защищать свою страну, Дагестан, свой отчий дом. Я хотел бы, конечно же, все-таки поздравить всех вас, особенно наших призывников, с праздником Днем призывника. Как бы мы ни говорили, значит, это праздник. Да, конечно, родителям грустно немножко, что сыновья уезжают служить срочную службу. Да, конечно, обстановка немножко неважная у нас в стране, но тем не менее у нас сегодня это праздник призывников. Вы наша гордость. Слова поддержки и пожелания мужества прозвучали также от родственников и близких, которые искренне пожелали новобранцам успешной службы и скорого возвращения домой. Мы тоже в свое время отслужили, достойно служили и вернулись к своим родителям, потому что родители всегда волнуются с первой минуты, как отсюда вы уходите, и мы будем уже волноваться. Но наши волнения меньше будут, если вы достойно будете служить в те места, в которые вы попадетесь. И также от этого зависит дальнейшее уже ваше возвращение. В завершении мероприятия стал традиционный танец «Катюша» в исполнении ансамбля «Вдохновение» детской школы искусств имени Сергея Габабова, который добавил особую атмосферу прощальной церемонии. После торжественного прочтения указа президента Российской Федерации и Министерства обороны состоялось вручение военных билетов новобранцам, а также памятных подарков от администрации города.